нашелся. Городской глава жив-здоров и сейчас находится в кругу семьи. Об этом сообщили сотрудники местного МВД. Однако где конкретно и когда обнаружили потерянного чиновника, ведомстве сказать затрудняются. По одной из версий, он отжигал на тревоге. Одиннадцатый этаж. Под нами детский садик. Это район метро. Она где-то вот в той стороне. Район метро. Речной порт. Ничего примечательного не наблюдается. Обычная спальный микрорайон. Воняет ужасно просто. Непередаваемый запах. Просто непередаваемый. Ну, квартира большая, ничего не скажешь. Новенькая. Даже с балконом новенький. Ой, мама. Вот это она, долбаная Москва. Ой, долбаная столица нашей долбаной родины. Короче, хрен его знает, как его закрыть. Открыть открыла, открыть. Как закрыть, не знаю. Ой. Санузел. Ну так нормально. На снимках видны кровоподтеки, следы от ушибов и синяки на теле. Это соседний дом. А это наш, вот где-то вот здесь наш балкон. На 11 этаже. А это садик. Кошки везде орут одинаково. Московские. Ну, собственно, арию не имеют. Снег идет. Папа идет. Вроде как вот здесь товарищ Путин работает. Где-то как будто тут. Может, нам это кажется. Погода, конечно, вообще не шепчет. Никого, ничего. Что это было? Что-то фр. Автобуса остается несколько минут, спешите к нам присоединиться. Мы вас сразу провожаем на посадку на маршрут. Это и многое другое. В нашей ближайшей автобусной экскурсии прямо сейчас, и прямо сейчас сразу можно пройти на посадку. Спешите к нам присоединиться. Заканчивается организация ближайшей автобусно-обзорной экскурсии. Следующий наш рейс в 11.45. А там Тверская, да? А, сразу узнается здание, по-моему, мэрия, да? Красная.
А это храм Христа Спасителя, да? Да. А там речка, да? Да, это он. Он же такой здоровый. Четыре маленьких купола, один большой. Походу фонтан, да? Горшок, еще кто-то. Че? Все в лесах. А я вот, кстати, помню, мы там возле нее стояли, где сейчас это маршируют-то, товарищи. Могила неизвестного. И где-то здесь стояла тетка американка, снимала, ну там поближе. Я на нее смотрела. И она снимала на видео, а я никогда видеокамер не видела. Золотая рыбка, там медведь с волком, а там кто дальше сидит? Ну это Алёнушка, наверное. Нет, они сейчас пошевелились. Красиво сделано. Мишаня не с того ракурса сидит. Чернобыльская. Ну, надо будет прийти еще сфотать. Это я сейчас просто снимаю. Ну, выходим. Ух, какие здоровые. Ой, он с водой. Почему Высоцкий? Ну, он поет по коней. А? Да никого нет, можно залезть на коня, наверное, сам. И когда здесь никого нет? Ну, как, не Это Москворецкий мост, тот самый, на котором Немцова грохнули, который сразу выводит на Красную площадь. Там впереди Красная площадь,
Васильевский спуск. Там вон высотка торчит. Место работы товарища Путина. Вот оно. Место работы, Кремль. Василий. Отсюда аппарат снять, меня не пустят. Ага, хитрый какой, да? Да. Это самое лучшее место. Ну да. Это отсюда уезжают с парада, да? С Васильевского спуска. А это, наверное, какая-то Москворецкая набережная или еще что-нибудь, раз мост Москворецкий. Сейчас, погоди. Ох ты, какой красавец. Это, короче, плавучий ресторан «Радисон Славянская», самая дорогая в России. И самая дорогая. О, желтизна, ужас. Так. А потом в ГУМ. Угу. Холодный-то ветерочек. Тысяча 893 год. ГУМ. При царе Николая. Чурюпа. Вот он, красавый Чурюпа. Верхние торговые ряды охраняются государством. О, красота. Мы в тот раз не сходили, снимают. О, какая красавица. Все сплошь не по-нашему базарят. Родные лица, да? Русских нет, так хоть на китайцев посмотреть. Сто лет их не видели, конечно. Опаньки. Это что, 9 мая готовится, что ли? Пока пошли посмотрим. О, разметочку приготовили. 9 мая. Дяденька полицейский больше как красносвящий. Ну, он уже, кстати, освободили, но от лесов целый месяц освобождали. О, какие-то пушки привезли, к 9 мая готовятся. Днем все кажется по-другому. Нитая брусчатка. О, двигают пушки. Что-то, видать, танцевать будут эти пушки. Срочное фото. У нас еще срочнее. Снять.
А? Мавзолей? А вот там за трибунами, где бюстики стоят, это кто это, что вообще? О, Краснодар! Не знаю. Может, это уже считается территорией этого музея? Ну, может быть, да, что. Видишь, там какой-то с той стороны, с этой стороны нельзя заходить. Там с билетом. Ага. Ну, все, значит, это территория музея. Оттуда надо заходить с билетом. С входа. Ну-ка, дай-ка попробую увеличить, посмотреть. Подоглядеть. Ну, там правительство. Туда, где Брежнева кидали. Угу. Так, вижу дядька усатый, походу. Подъемы вижу. Подъемы. Ага. Смиртович какой-то. Там стуха. Может, там космонавт. Там же космонавты тоже хоронили. 88% первого правительства в Кремле. Я говорю, там космонавты уже тоже хоронили. Они же не правительство. Время 10:30. В Иркутской области. Сколько? 3:30? Ох, скоро здесь зажигать будет. Так, что, куда мы идем на кассу? Цен нету, попугаться. Работала с братцем, знаете, рассказывала, которая Киркорова-то любимая продавщица, но с другими психовала, с ней вежливо была. И она работала в зале, где от миллиона рублей или долларов, не забыла. Ну, короче, меньше миллиона не обслуживали в каком-то специальном зале. И они все его марки знали, любимые, всегда приглашали. Ой ты, господи, голубки. Живые голуби. Зафига. А? Угу. Это что, дерево мира, типа голуби, да? Опаньки, нифига себе. Слушай, надо и тут, и там сфотаться. А? Надо и тут, и там сфотаться. Мы таких машинах выиграли войну. А там никаких этих танков не подогнали случайно? Еще раз пошла такая пьянка. Режь последний огурец. Не, ничего нет. Там выход.
Надо в магазин зайти какой-нибудь, цену поснимать. Или с окна, как тот, 21 тысяч. О, шестейда. Спасибо, не надо. Это который это? Дорогой и очень вкусный. Спасибо. А? Ну, чтобы в обморок не падали. Чемоданчики. А, и сразу ложиться в нее и захороните меня в ней. Это будет моя квартира. И музыка из «Ну погоди» орёт. Кстати, театр «Современник». Еще какое-то здание прикольное. Или то же самое? А? Или это то же самое, тоже колонны. Я думал, что он по этому мосту гулял. Сейчас покажешь. А? Я думал, что он по этому мосту гулял. Нет. Специально было сделано, показуха. Да, уже такая грубая. У них сейчас, что в Украине показуха идет. Что здесь. О! Вон он, это чудище. А, вот он. А я с той стороны снимал. О, блин, жесть. Церетелевская жесть. А сколько он метров, не помнишь? Почти с Кремль высотой. Ну да, метров 50. Вот там этот парк, где коза и заяц, где вот эти ангелы посылают. Статуи всякие стоят. Ленин там, Брежнев, все там. В этом парке всех собрали. Дзержинского туда поставили. Ну это потом в следующий раз. О, театр, эстрады. Да. Да это что за... Мост чего-то там, да? Злачно это провезу. О, 9 минут осталось. А все, ну, значит, сейчас я поснимаю. Угу. Пойдем погуляем. И все, можно карту переставлять. Завтра узнаем, насколько тут. Thank you.
А там Сергий Радонежский благословляет на освобождение. Вот он, Дмитрия Донского благословляет на освобождение от татаро-монгол. Середину лета поедем на Байкал. Угу. Так, 8. Это первый пост, который рядом. Вот он, храм. Это какая-то улица. Не знаю, какая. А это какая улица, не знаешь? Это какой-то проспект, наверное, да? Пошли. А что там за тарелка летающая? А небоскребов отсюда не видно, да? Они такие высокие, что их ниоткуда не видно. Да? Нет, это подключить сразу это, на сим-карту. Везде, как дома. Ага. Ну, наверху сколько ты едешь. У тебя будет звонок любой, там полчаса, 2:50, тебе когда звонят. А? Ну, исходящий дешевле. Мост возле Кремля, храм, высотка и призрак в тумане голубом. О, кстати, монетки надо кинуть туда. Мутная-мутная. Вообще ничего не видно. О, посольство Великобритании. А, нет, это Австралия, по-моему. Посольство. Австралия, да? Сейчас увеличу. Но это не Великобритания вроде бы. Не, британская британская в натуре. А что у них на это на флаге? У них на флаге какой-то герб неизвестной науки. Yeah.
Москва-реки. Красота. Снег идет. Папа замерз. Сейчас минуту еще поснимает, я карту поменяю. Не застегнулся, поэтому замерз. Мост, на котором только что шли. Там где-то небоскребы в тумане, в снегу. Красиво. Ничего не скажешь. Мост знаменитый с недавних пор.